Тека, не рил Тека, не играл, блядь, на фоне 100 раз подряд. Ты подумал, ты еще фанат. А, Леха Сими, передаю тебе привет, братик. Вот маленький Ярче присоединяется к нам. Маленький Ярче, у меня большой тусклый. Окей, ну, большие яйца. Короче, делаем перекрытие конкретное, я сейчас перекроюсь, походу, ребят. Можете привет. Передаю привет Розбеку из, блядь, подожди, брат, из Улан-Удэ. Брат оказывает моральное давление на меня. А также поддержку, а также где-то между нахожусь этих систем, точнее где-то между этой киски промежности. Окей, я вроде бы ученик прилежный, но татуировка... Занятия сексом. Так, блядь. Чё, можем, короче, пока я лежу и пока меня Ванёк, вот смотрите, Ванёк бьёт мне татушечку, могу рассказать немножко, почему турчик там маленький. Всякие разные вещи, которые вас интересуют. Инфу про альбомчик могу рассказать. Всякие такие подробности. Ну, конечно, если вас это ебет, пишите, спрашивайте вопросики, и будем докапываться до истины. Да, у меня большой хуй, если что. Это не правда. Это абсолютное вранье. Это абсолютное вранье. Я декларирую данные вещи. У меня есть список всех участников Melon Music Gang. У меня есть список всех... Мне в глаз насрали, блядь. Итак, у Соды Лава. Момент истины. У Соды Лава... сантиметров. Короче, ребят, через пару дней выйдет подкаст с Эльдаром Джараховым, а точнее у Эльдара Джарахова выйдет подкаст со мной, и я там говорю, что, ну, как и много где я говорил, что альбом выпущу в этом месяце, но в связи с тем, что на альбоме много гостевых куплетов, я знаю, что вы пиздец как ждете фиточки разные интересные, поэтому придется немножко подперенести альбомчик, и он выйдет в следующем месяце. Ну, после турчика. Я откатаю тур в мае, и он выйдет вот так вот. Я думаю, что это не критично, и типа вот... Всем привет, чуваки, всех рад видеть. Ну ладно, братан, что ты вырубай. Ну, короче, я думаю, что вы еще, типа, вы еще не готовы. Ну, типа, бля, у вас есть релизик «Коть-коть», вы его еще до конца не прослушали, не поняли весь прикол. Наверное, когда-нибудь, в ближайшее время, я ебану трансу, на которой буду вас тыкать лицом в панчи, объяснять, короче, панчики, всю хуйню. Панцы. Вот. Такая хуйня. Потому что пиздец, на самом деле, очень мало панчиков, вы поняли. Как я понял. Второй по популярности вопрос после того, сколько сантиметров у меня хуй. Почему так мало городов в туре? Объясняю. Ребят, это пробная демо-версия моего большого крупного тура, который произойдет в следующем году, когда выйдет еще больше пиздатого материала. А сейчас я проедусь и ебану просто свои шлягеры трэповые, которые все знают и которые уже давно вышли, но до сих пор разъебывают музыкальное пространство, ну вы поняли. Кстати говоря, я не знаю, что там в Киеве. Мне много кто говорил, что в Киеве какой-то пиздец опять происходит. Бля, ребят, если что, я с вами духовно тут, морально, бля. И знаете это,
Я потому что наполовинку-то сам хохол, если что, так-то. И был в Киеве пару раз, когда был малой, я к бабуле в гости ездил. Мне пиздец там нравилось. Я бы с кайфом сейчас бы приехал, но походу какая-то политическая ситуация не даст мне этого сделать. Вот, поэтому, ребят, я просто буду ждать момента, и как только так сразу ворвусь к вам, бахнем там, блядь, что-то. Ситуация политическая. Вот. А так вообще, если что, я и про земляков, про своих не забываю, типа, блядь, что, как это выключить? А вот. И должен был быть Сыктывкар в списке, он был, но его тоже убрали, потому что что-то проблема с площадкой какая-то была, и все, и хуйня, блядь. Что, нормальная битка? Вроде заебись. Я просто вижу, что вы все такие, типа, бля, приедь в Краснодар, приедь, блядь, туда-сюда. Я с кайфом приеду ко всем, ребят. Я вообще, типа, моя страна широка, моя походка легка, ЭКБ, МСК, не путай берега. Так что со всеми увидимся сто пудов. Рано или поздно. Лёха, блядь, перетусил с тиктокерами и теперь снимает тиктоки. У Лёхи переизбыток харизмы, ему надо куда-то выплескивать это. Меня просто ты со сторон прёт из семени, мне надо куда-то его выплескивать. Из семени? Чё ты сказал? Что? Лежу, бля, в натуре, как на операционном. Лёха исполняет. Как будто реально, да, в больнице лежу, ещё этот свет. Да, Лёха тут ещё шизоид, если чё. Че, бля, задавайте вопросики прикольные только. Я буду базарить с вами, отвечать. А, короче, во, объясни строчку, она блюет как виза. Объясняю. Однажды к нам на хату приехал виза Gang Beats, наблювал за диван, нихуя не убрал и съебался. Ну вот, и я его подъебываю теперь за это. Но визу люблю, виза крутой чел, типа, если чё. Виза, салам алейкум. Но строчка, вот она увековечила этот факт. В... Бля, Лёха пиздец исполняет, бля, всё проебал, на самом деле. Спрашивайте за всякие непонятные строчки. Давайте сейчас начнем просветительскую деятельность с вашей инициативы, а потом я уже сам дополнительно этот все объясню, разъясню. Бля, нихуя. Сука, противно. На груди вообще противно, сука, татуху набивать. Мерзкая хуйня, если честно. Не бейте татухи на груди, если что, бля. Да не, нихуя вам непонятно на самом деле, реально, вы что, охуели что ли? Вы же даже не понимаете нихуя. К Кизару охуенно нормально отношусь, бля. Охуенно нормально. Бля, просто с чего бы мне хуёво относиться, типа, мне же лично чел ничего не сделал, там, не это, типа, никто же свечку не держит никогда, поэтому, бля, надо по факту общения с человеком составлять какую-то оценочную характеристику. Ага. Бля, Digitax, тебе же не 13 лет, ты чё наёбываешь?
На альбоме будет, брат, все, все одни сплошные хиты, если что. Бля, Ляныч, да потому что мне заплатили, призыва точка нет, но только я еще не заплатили, но когда заплатят, я все объясню сто пудов. Ну, типа, короче, вот объясняю, ко мне нет, но воду лью, типа, ко мне нет, ну, типа, камешки, типа, цацки, да, а вода это тоже цацки, типа. Ну и, короче, цацок нет, но воду льют. Воду лить это значит, ну, типа, пустую пиздеть говорить. Типа... Надеюсь, все понятно стало. Наверное, на правильном питании. О, хорош. Не пейте колу, будьте как Ванёк на правильном питании. Я третий день на правильном питании. Такая хуйня. Не знаю, у меня нет своей любимой песни. Я считаю, что у меня пиздец дохуя охуенных песен, поэтому очень сложно выбрать одну. Бля, Лекс Люгер, вы чё, реально не знаете, что ли? Да, загугли просто. Я думаю, что это самый простой способ все понять. Почему псы воняют сыром? Да потому что сыр, типа, это бабки. Ну и мои псы воняют бабками, если чё. У меня над бровью написано «прыщ». Понятно, у тебя случайно нет никаких сухариков или чипсов? Он хочет снять, как он чипсами хрустит. Лёх, когда у тебя фит с чипинкосом? Что говоришь? Когда у тебя фит с чипинкосом, брат? Никогда. Бля, да Тимур, у тебя только вот у тебя тоже две только охуенные песни, бля, фотографии и курю кераи, чтобы забыть, что я один. Что там, Тимур выебывается? Совсем один. Кажется, тебе будет сложно забыть, что ты один. Кажется, тебе будет сложно вернуться в рэп-игру. О, самый слабый бэкап. Я здесь самый молодой. Не, Тимур ебашит. Нет, да, Тимур хорош, конечно, бля. Не так, конечно, крут, как Pink Toastish. Чёрт. Ай, ты сука течная, блядь. Да не, брат, это ты моя сука. Ну не знаю, у Пинка, мне кажется, очевидно все. Он выкладывает много информации про себя в социальные сети. Можно понять, что у него, типа, вроде у него есть девушка. А, блядь. Я не думаю о Лил Дрочхилле. Я каждый день думаю. Да? Да. Я тоже. Бля, нихуя себе, пацаны, вы педики, походу. А, что такое коть-коть? Вот, ну, бля, короче, еще раз объясняю. Коть-коть, это... Коть-коть. Это звук, когда девочка берет глубоко и типа... Это коть-коть. Это не кошки, если что. Также еще есть несколько разновидностей звуков. К примеру, Эрл. Так сказать, позвать на помощь Эрла. Да.
И еще есть куак. Куак-куак. Никак не относится к рэперу. Куак. Идем далее. Есть еще. Бля, какой-то еще придумывали прям вообще. Про более противный. Да, это вы. Когда я провыркаю. Ну это типа. Бабка ставила. Это да, это сельская версия, короче. Надеюсь, все стало ясно. О, Илюха, ой, то есть Никита? Накид, брат, салют. Да хуй знает, какие вам нахуй отрывки треков, вы что гоните? У меня и так треки, как отрывки по 1.5 минуты длятся, блядь. Ничего, кстати, на новом альбоме будет пофиксена эта проблема гостевыми куплетами, поэтому треки, нихуя у меня реально как парик на голове какой-то, бля, ебаный. Короче, у меня на альбоме будут тречки подольше длиться из-за гостевых куплетов, и там будет очень много неожиданных всяких приколов, поэтому просто ждите, ожидайте. Лишний месяцок ожидания, ну... Только улучшит релиз. Смотри, брат, что если ты ТикТок, то смотри, чтобы не забанили наготу. Сука, уебанские правила ТикТока заебали, хули они за наготу блокируют видосы. Че, охуели? Да, нахальчик, настало время завершить начатое, так сказать. Я думаю, что... Все ваши самые невероятнейшие версии насчет гостевых куплетов с моего нового альбома, в принципе, вполне вероятны. Да не, ТикТок это лучшая платформа, вы что, ебнули что ли? ТикТок. Рост у меня очень большой. Кстати, действительно, неплохой вопрос, да, яйца я брею. Я думаю, что каждый бреет яйца. Ну, каждый, кто ебется, если что. Нет, я даже не 180. Я даже не то, что 180, я почти 190. Так что та инфа, которую про меня пишет Google, хуйня это все полная. Парик неплохой, реально. И жопу тоже. Бреешь? Да, вчера побрил. Я, короче, вчера сходил в магаз и впервые в жизни себе купил триммер. Прям там дохуя насадок, всякой хуйни. Просто зашел домой и сходу начал жопу брить. И сегодня у меня уже колется между булками, так что, бля, такая хуйня. Белые. Не, кстати, подмыхи не брею, на самом деле. Они типа так умеренно зарастают, поэтому... Вот тоже никогда. Поэтому я не особо... Ну, типа, я не воняю и не вижу смысла особо брить. Потом красный, как вонявый сделаешь. Да нахуя вас удочерять? Чтобы инцест потом был. Ну его нахуй. Бля, вы знаете каких-нибудь известных красивых тёлочек, желательно блондиночек, анимешниц там, туда-сюда, а то что-то я заебался уже. Нормальных тёлочек как будто не осталось, все скучные, пиздец, блядь, и... Может, вы знаете пиздатых тёлок, которых я еще не трахал. Сейчас я смотрю этот второй сезон «В любви, как на войне» госпожа Кагуя. Я смотрел, когда он онгоингом был первый сезон, и совсем забыл про этот тайтл. И сейчас, короче, когда смотрел «Магическую битву», в рекомендациях был второй сезон, и я такой, вау, нихуя себе, это же то, что мне надо прямо сейчас. Если что, мои любимые жанры в аниме — это обыденность и романтика. Не знаю, но нравится мне, пиздец. То, что там, типа, вот эта школа... Лето и наивный какой-то вайбец. И ты вообще не загоняешься, что-то смотришь, кайфуешь. Чисто настроенческая хуйня. Бля, на самом деле рука уже заебалась держать, бля.
Короче, походу я покажу вам потом, как добью, набью, что получилось. Вот. А сейчас уже у меня что-то этот, бля, рука уже заебалась держать этот телефон. Еще я боюсь, что он ёбнется мне на лицо прямо, пока я буду его держать. Так что, ребят, кстати, я забыл сказать, я уже писал, там в историях у меня есть история, что 23-го или, блядь, какого... Короче, в пятницу выйдет ремикс на Казандип со «Сквозь бабам». Ну, там есть вообще свой прикол. Я думаю, что вы зацените. Вот, и в принципе, это все, что я хотел сказать. Трансу отдельную по поводу объяснения панчей я анонсирую как-нибудь на днях. И этот, бля. Короче, готовьте ваши вопросики. Если вопросиков не будет, похуй, я сам буду просто все объяснять. Если что, вот меня спрашивают, какую фигурку тебе подарить с аниме. Я обожаю нендроидов. Если вы знаете, что это такое, если вы будете на моих выступлениях, если вы хотите мне, вау, что-то подарить. Вот, я уже сказал. Вообще, пиздец, все, кто мне что-то дарит на выступлениях, это очень приятная хуйня. Все рисунки, открытки и прочее, что мне дарят на выступлениях, у меня прям есть уголок дома, куда я ставлю все ваши работы. И когда я сижу один дома, у меня типа этот уголок, он прямо напротив стола обеденного, где я хаваю. И вот, и... Залишайся молодым, не тусуйся абрискин. Залишайся молодим, шлях хай буде це легким. Залишайся молодим, не бери до рота дим. Залишайся молодим.